В Одесской области общение с полицейскими закончилось для местного жителя разрывом почки. Мужчина утверждает, что его жестоко избили, хотели ограбить, а теперь пытаются замять инцидент. Все подробности выяснял Андрей Анастасов. Сергей Граждан уже неделю в областной больнице. Сюда его доставили из Ананьева в тяжелом состоянии с разрывом левой почки. Мужчина рассказывает, около полуночи возвращался на машине домой вместе с женой и друзьями. Неподалеку от города в автомобиле закончился бензин, остановились на обочине, ожидая, когда знакомые привезут топливо. В этот момент подъехала полицейская машина. Из нее вышли двое правоохранителей в форме. Как выяснится позже, это были инспекторы Александр Слесаренко и Санан Бабаев Али Аглы. Они не представились, не показали удостоверение. Начали вдвоем заламывать ему руки. Мы все, что не бейте его. Этот Бабаев достает пистолет и направляет прямо на мою жену. По словам Сергея, полицейские обвинили его в том, что он пьяный, повалили на землю, надели наручники и начали избивать ногами. Один просто стал полностью ногой мне на голову и давай топтаться, танцевать на голове. В Ананьевской больнице врачи сразу же взяли анализ крови, который показал, Сергей был трезв. Вот это заключение. У мужчины выявили внутреннее кровотечение и подготовили реанимобиль, чтобы срочно везти в Одессу на операцию. Но тут появились сотрудники полиции и заблокировали машину. И говорят, мы будем брать сейчас у него, лично мы, повторно кровь на экспертизу. И потом через 2 часа только они сказали, что ладно, грузите его, везите. Почему правоохранители набросились на Сергея Граждана, а потом не позволяли доставить его на операцию, мы пытались выяснить в местной полиции. Но здесь никакой информации не делятся и отправляют к областному руководству. Там, в свою очередь, ссылаются на тайну следствия и дают крайне скудные комментарии. У розпорядженні правоохоронців є відеозаписи, які допоможуть зробити розгляд обставин події об'єктивним та неупередженим. Керівництвом ГУНП ініційована службову перевірку. Діям працівників поліції буде надана правова оцінка. Сергій, між тим, уверен, поліцейські пытались його ограбить. І лише свідетелі помішали це зробити. Діло в тому, що він предприниматель і в той момент мав при собі крупну суму денег. Мені було сказано даними людьми, в присутності навіть свідетелів, що нічого я не зроблю, так як они являются богатыми детьми фермеров, что я ничего не добьюсь. Сергея врачи прооперировали, почку удалось спасти. Теперь мужчина собирается подавать в суд на своих обидчиков. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин, подробности телеканал Интер, Одесская область.